Доброе утро. Лабас ритас. На ковер вызвали. Если честно, совсем не готовился. Не знаю вам, что сказать. Совсем даже не знаю. Но вижу ваши лица. Такие очень светлые, добрые лица. Все-таки скажу несколько слов. И надеюсь, что мы все знаем, что такое наша гордость, я так бы иногда так бы сказал, что такое университет. И думаю, что этот университет это все-таки, знаете, события и явления. Я иногда так называю, потому что, ну, если так взять и посмотреть в историю, что мы вместе сделали такого хорошего, что мы, как европейцы, сделали для себя самих, для себя самих белорусов, что мы сделали европейского такого, ну, конкретного. Так это вот. Это конкретный шаг. Это университет, это высшее учебное заведение, которое действует в Вильнюсе, и которое является таким очень, я бы так сказал, особенно высшей школой в Литве. Она выделяется, у нее есть совсем другая миссия, наверное, совсем другие задачи, но все-таки это высшая школа. Высшая школа, она действует, и она работает, и конечно, и сама история создания университета, и деятельность, она такая очень яркая, и наверное, войдет в историю не то что наших двухсторонних отношений Литвы и Беларуси, но и вообще в историю такую и образование в этом регионе Европы и так далее. Я бы сказал, о чем она выделяется, вот я думаю, чем выделяется? Я в каком-то смысле скажу как житель Вильнюса, как литовец, как человек. В этой школе есть душа, есть такая душа совсем другая. В этой школе есть душа, есть идея, есть такая совсем другая атмосфера. И если вы немножко, особенно те, которые, ну, я думаю, что все-таки есть люди тут, которые или не были, или как-то думают об этом, приезжайте, посмотрите, почувствуйте это все. Знаете, эта душа, это свойство, это все-таки связано с одним таким словом, которое очень важно в Беларуси. Это слово называется «свобода». Вот это университет свободы. И, наверное, сама идея – это самое главное. Там люди себя чувствуют очень свободными людьми. И вот то, что тут написано, это все правда. Это все правда, и я это чувствую вот как житель Литвы, как литовец. Оно, знаете, если честно, даже выделяется среди наших университетов, среди наших школ в самом Вильнюсе, потому что вот именно этим выделяется все-таки оно немножко другое. Второе, что хотел бы я, наверное, отметить, так это все-таки направление, в котором движется наш университет, направление именно искусств, и в это направление, это очень такое интересное направление и важное, потому что все-таки имея в виду то, что мы имеем тут, в Минске, в Беларуси, то, что мы имеем в Литве, именно эта сфера, это все-таки ниша, это ниша, очевидная ниша, думаю, что для молодых людей это направление будет очень такое интересное, важное. И, наверное, сама жизнь диктует так, что вот именно университет нашел, но ищет и уже на правильном пути, чтобы найти эту нишу, правильную нишу. И я надеюсь, что вот именно по этому пути будет идти дальше университет, и будет все, как говорится, в порядке и дальше. Знаете, то, что мы тут сегодня собрались, это, наверное, как продолжение этой идеи, которая когда-то родилась в посольстве уже много-много лет назад, наверное, уже сразу же после, как закончили университет первые студенты, абсольвенты, и мы как-то
подумали, что надо собираться вместе, потому что ну, все-таки уже много-много людей закончили эту школу. Это называется движением «Алумни», так это называется. И как-то надо собираться, потому что люди, которые закончили этот университет, все-таки они в каком-то смысле инфицированы, я бы так сказал, инфицированы этой свободой, если можно так назвать. И это очень здоровая вещь, потому что этим надо радоваться, этим надо делиться, чтобы это все видели, чувствовали и радовались бы этому, как-то прикасались к этому. И так родилось это движение такое, движение «Алумни», которое, слава Богу, оно развивается. И мы делали несколько таких мероприятий в посольстве сейчас тут. Очень хорошо, чтобы это сделать как больше открытым мероприятием, чтобы ну, вы, абсольвенты, которые закончили эту школу, которые инфицированы этим делом, чтобы заражали других, чтобы делились своим опытом, делились своей жизнью, как вам складывается дальше. И чтобы мы, люди, инфицированные этим вирусом HIV, чтобы мы заражали других. Самое главное, наверное, да? И хотел бы вам всем пожелать именно этого доброго вируса. Заражайте других. И делать эти дела, которые вы там почувствовали. Я думаю, что вот сегодня с Максимусом мы уже немножко пообщались, что касается особенно этого направления, бизнес. И вот это движение в эту сторону все-таки малый бизнес, все начинается, стартап, это все движение, очень интересная тема, потому что все-таки тут возможностей очень много возможностей в Беларуси для вас, именно с этим опытом, с этим образованием, которое вы получили, можно много что сделать. Спасибо вам, что вы есть, спасибо вам, что вы собрались. И хочу только сказать, что мы и дальше, как посольство, будем всячески, ну, если можно так, не то что помогать, мы будем всегда рядом. Знаете это, особенно те, которые закончили этот университет, что у вас все-таки уже на всю жизнь, наверное, эта частица Литвы уже все, вы уже попались. Вы уже немножко Литва. Это все будет так всегда, и так как у вас уже немножко Литвы в душе, в сердце, в умах, и мы в посольстве, значит, будем всегда рядом с вами. Так что имейте это в виду и не забывайте про нас. Мы про вас тоже никогда не будем забывать. Давайте жить дальше, давайте общаться, давайте делать какие-то интересные проекты. Я всегда говорю, что мы всегда открыты, потому что открыты на какие-то свежие, новые идеи. Кто другой, как не вы? С какими-то интересными, нестандартными идеями, приходите к нам, обязательно приходите. Вы будете услышаны, я вам обещаю. Так что хорошего вам всего. И с большим вниманием, интересом поучаствуем сегодня. Мои коллеги, Миндугас, советник по культурным всем делам, Юлиус, коммерческий атташе, как раз вот именно сегодня мы говорим про бизнес какие-то вещи, он тоже тут пришел к вам. Так что мы рядом. Спасибо вам еще раз.